На юго-востоке Москвы убит молодой человек, киргиз по национальности. Неизвестные нанесли ему около 40 ударов ножом в область спины и шеи. Свидетельница преступления, жительница дома по улице Юных Ленинцев, случайно услышала шум во дворе. Она заметила двоих нападавших. Сейчас их поиском занимается милиция. Удалось установить личность погибшего. Это 30-летний Канайбек Жароев. В Москве у него есть жена и родной брат. Они мне звонили. Ну, переезжайте в метро Кузьминки. Я пришел, короче, ему порезали, сказали. Ой, жену мы позвали, сейчас придет. У него брат есть, брат тоже придет. Версию ограбления оперативники сразу опровергли. Мобильный телефон и 50 рублей в кармане остались нетронутыми. Да.